какую-то шутку, на какой-то розыгрыш. Поэтому в семейном плане... всегда оглядываемся. Да, поэтому... А в семейном плане... мне дочь позвонила, ты в апреле сказала, а меня нет дома. Я говорю, ты что, ты в апреле? Она говорит, да, я пошел. А были у вас ситуации, когда, наоборот, розыгрыши или шутки воспринимали всерьез и был, наоборот, противоположный эффект? Да нет, нормально, мы нормальные живые люди, мы тоже понимаем, что где-то есть определенный момент, который можно перегнуть, и бывает такое, что да, вот Азамат часто меня обижал в связи с этой. У меня пока не получается это, но я стремлюсь к этому. Я хочу его задеть за это, но он знает, что я его хочу задеть, поэтому он как-то не реагирует. Это все зависит от таланта самого человека, который разыгрывал, насколько ты тщательно продумал розыгрыш. Как ты Сулухан свой талант запретил? И умение понимать и не понимать шутки, от этого тоже зависит. Если человек и просто, как сказать, от природы, я извиняюсь, заточен на то, чтобы не понимать шутки, то как бы ты его не разыгрывал, искусно или не искусно, все равно найдет в этом какой-то подвох, какую-то обиду. А если человек, как, слава например, богу, среди нас таких людей. Да, нет? Я говорю, а вот если человек такой, как Оля, который изначально существует для того, чтобы его разыгрывали, она такая готовая ко всему, то от этого только в нашем шоу только и веселье. Ну ладно. Ну-ка. Шоу «Однажды в России» не первый сезон, но, на ваш взгляд, в чем секрет его популярности? И вообще, чем вас лично этот проект заинтересовал, когда он только начинался? Весь секрет в том, что никакого секрета на самом деле нет. Вся соль того, что, если позволите, проект популярный и там, почему нам легко, потому что мы изначально все собраны, я от себя говорю, да, мы изначально все собрались по принципу того, что мы очень хорошо друг друга все знаем. Мы все давние друзья, давние знакомые. И когда нас с каждого отдельно приглашали в это шоу, я сначала спросил, а с кем я буду там работать, и когда мне назвали фамилии ребят, с удовольствием согласился, потому что атмосфера, я сразу понимал, что атмосфера, и что на сцене, и что во время репетиции, что вне репетиции, что на гастроли, всегда очень-очень-очень такая по-домашнему уютно, по-домашнему интересно, потому что все выходцы из великой игры КВН. И там мы себя чувствовали комфортно, и когда КВН для нас закончился, мы нашли для себя вот такую вот такой берег под названием «Однажды в России», где нам тоже очень-очень весело и очень интересно, потому что мы все друг друга очень хорошо знаем. Потом пришла Оля, и тем не менее мы все равно все друг друга. А вот раз уже заговорили...